Трудно поверить, что еще несколько лет назад на месте парка Тысячелетия был пустырь, на территории, площадь которой превышает 10 гектаров, разве что гуляли ветра, а не жители нашего города. Такое положение дел в корне не устраивало городские власти и самих горожан. Начиная с 2016 года ситуация начала активно меняться в положительную сторону. А стартовавшая в феврале 2019 года акция «Тысяча деревьев к тысячелетию Бреста» уже помогла преобразить пустующую территорию. Студентами, представителями госструктур, рабочими коллективами предприятий и организаций уже высажено множество аллей в парке. Начатое дело с удовольствием подхватывается новыми участниками акции. Присоединились к ней и сотрудники Комитета государственного контроля и управления Департамента финансовых расследований по Брестской области. В этом году нашим органам 100 лет. Это один повод. Второй повод, конечно, это парк Тысячелетия. Это символично. В этом году 1000 лет городу. И мы решили внести свою лепту, высадив эту аллею. Кроме того, конечно, это внести свой вклад в озеленение города Бреста, для того, чтобы он был более красивым, более привлекательным не только там для горожан, но и, конечно, для всех гостей. Эта акция она значима как для нас, так и для города. Во-первых, с одной стороны, мы делаем вроде как хорошее дело для города, оставляем после себя зеленую зону, да, аллею, посаженную своими руками, но в то же время и какую-то частичку памяти о себе будет, как говорится, и мы уже вписались в историю нашего города, в тысячелетнюю историю. Очень приятно, значимо, знаково. И с этим трудно не согласиться. Ведь, как гласит китайская пословица, лучшее время для посадки дерева 20 лет назад. А если не тогда, то сейчас. Наталья Луговкина, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.